Но я считаю, что она тормозит из-за того, что ей сложно прыгать. Ей, конечно, прыгать очень сложно, она прыгает плохо. То есть она как бы слишком длинная для прыжка. Попробуйте с ней, значит, сейчас вот как, значит, возьмете сейчас кусок в эту руку. Собака с этой стороны борьба. Вот здесь около вас. Значит, просто собаки команду там борьба, да, вот. Вот. Значит, собаки ап, здесь кусок. Прям вот близко от барьера. Она сейчас посулил я или что? Посулил. Лично. Еще. Садите. Хорошо. Вот начинается. Хорошо. 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 Молодец. Хорошо. Просто молодец. Замечательно. Так, хорошо. Давайте еще. Значит, смотрите, сейчас вот эти два прыгаем. Кусок. Потом вот так. И вот эти два кусок, то есть три куска, значит один кусок после двух, вот здесь вот, потом один поворот, вот здесь вот, и два, вот здесь. Мила? Ап! Хорошо, ап! Очень. Давай, Лила. Хорошо. Вот, замечательно. Вот, значит, можете вот так вот тоже бегать. И, соответственно, барьерно. Так, чтобы получилось у вас поощрение почаще. Почаще. Вот прыгнула хорошо. Поощрение. Прыгнула хорошо. Не сбила. Поощрение. То есть, чтобы вы более-менее понравилось прыгать. Ей сейчас прыгать ужасно не нравится. Я считаю, что она тормозит только из-за этого. Ей должно понравиться прыгать. Вот тогда она будет бегать лучше. Давайте сейчас последнее. Значит, вот эти два барьера. Вот так наискосок. Слалом и туннель. Лил, ап, ап, хорошо, ап, хорошо, молодец. Очень хорошо. Неправильно. Я убил. Да. Намного раньше. Вы сейчас вообще не сильно командовали, пошли так же. Значит, команда начала часть, когда вы решили, вы прыгнули этот барьер, дали кусок. Взяли на руку и пошли. Четыре собаки. Сейчас ты, тебе здесь будет уходить. В этот момент должна получать команду на славу уже. Уже в этот момент. Тогда у него закрепится. Да, сейчас надо Леля, пусть. Провожать ее, это не страшно. Вот. Но если вы будете в этот момент давать команду, у нее закрепится команда. И со временем она уже, услышав команду, будет туда сама бежать. Вот. И немножко ее можно ускорить, чтобы она интерес не теряла. Во-первых, я обычно очень много его бегаю, даже когда темп снижается. Я еще на сниженном темпе могу раз пять сбегать туда-сюда. Вот. А это все равно дает больше выносливости, как бы, слаломе. Вот. Но можно поощрять, допустим, вот три спорта прошло кусок. Я тут снимаю, снимаю, кусок. Потом раз, оказывается, вот, не снимаю. Чтобы ну да, Дашка, я такая. У меня дурацкий пират. Чтобы она не умирала там настолько. Сейчас Лили запустим, ладно? Да, хорошо. Значит, сейчас зачем вот основой этого барьера и сразу... Да. Вы можете ее
Нет. Вы считаете нужным, это не важно. Вот, но команда... Прямо сейчас нет? Угу. Перед Лелем, да? После Леля.